Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Современная техника сильно облегчает жизнь любого человека. В моих обзорах я стараюсь раскрыть для вас все плюсы и минусы различных приборов. В этом видео я расскажу про особенности электрического чайника Redmond RK G161. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайком. Электрический чайник – новая демократичная модель стильного и яркого кухонного прибора уникальной серии Crystal. Манящая удивительным сочетанием прозрачного корпуса из экологического жаропрочного стекла и космической голубой подсветки. Вдохновляйтесь каждое утро, созерцая фантастический вид бурлящей энергии. Чайник имеет дисковый нагревательный элемент и подставку, благодаря которой устройство можно вращать на 360 градусов. Практичный фильтр от накипи сделает каждый глоток чистой и вкусной воды еще более желанным. Наряду с автоматическим отключением при закипании, для лучшей безопасности предусмотрено автоотключение и при отсутствии воды внутри прибора. Сталь марки IC304 используется для изготовления высококачественной посуды и кухонной техники. Отличается пониженным содержанием углерода. В ее составе до 10% хрома и 17-19% никеля. Такой состав делает сталь очень прочной и стойкой к воздействию коррозии и окислению даже в агрессивных средах. Изделия из стали долговечны, они не боятся резких перепадов температур, воздействию соленой и пресной воды, кислотно-щелочных растворов, а также отлично противостоят механическим повреждениям и появлению ржавчины. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Малый угол открывания крышки, неудобно наливать. Дурацкая сеточка, мимо которой легко пролетает накипь. Сдохла кнопка. Сделан хлипко. Коротковат шнур. Сильно заметно накипь. Неудобно мыть. Теперь перейдем к положительным. Быстро греет. Цена. Внешний вид. Подставка. Объем. Эргономичный. Вращается вокруг оси. Термостойкое стекло. На этом обзор подошел к концу. Жду вашу поддержку. Пишите комментарии и ставьте лайки. Чтобы приобрести чайник по выгодной цене, переходите по ссылкам в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Смотрите мои уже вышедшие ролики, сравнивайте модели, и тогда ваши покупки всегда будут не только выгодными, но и удачными. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».